Все как в настоящей лаборатории, стерильность на столе и в одежде. Сегодня ученики под руководством старшего лаборанта ищут полезные бактерии в кисломолочных продуктах, в 4 йогуртах. Мы также делаем на дрожжевые бактерии, находим, определяем качество дрожжей выпечки. Вот. Можно посевок делать, даже можно зубы животного взять на лед зубочисткой и проверить, исследовать, нет ли там патогены. Прокалить бактериологическую петлю, вдеть ее в колбу, не коснувшись стенок, чтобы взять пробу для анализа. У школьников трясутся руки, такие манипуляции они делают впервые. Но, как оказалось, самое сложное даже не это. Закрыть спиртовый вот этот и капнуть краской. И заинтересовало вот это все действие, которое надо производить. Профессиональная проба по компетенции ветеринария проходит в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Хакасия в нем участвует впервые. Занятие длится 1,5 часа. Помимо практических занятий по поиску микроорганизмов, школьникам показали, как с помощью оборудования можно определить некачественный картофель, кабачок или банан. В сельхозколледже это уже второе подобное занятие для ребят. Данное мероприятие, я считаю, что нам необходимо проводить намного чаще, потому что в первую очередь молодежь будет знать, что такое профессия ветеринарный специалист, и будет интересоваться, и может быть в дальнейшем оно поступит в высшее или среднее ветеринарное и получит специальность. С учетом эпидемической ситуации на каждое занятие набирают не больше 6 человек. Всего для школьников Хакасии в рамках проекта представлено 17 компетенций. Среди них, например, веб-дизайн, мода, сантехника, отопление, сварка. Ребята сами могут выбрать нужный формат – онлайн-занятия или вживую. Проект ориентирован на обучающихся 6-11 классов. Для того, чтобы принять участие в этом проекте, бесплатном проекте, заметьте, ученику нужно зарегистрироваться на платформе, которая так и называется «Билет в будущее». Затем зарегистрируется его родитель, его законный представитель. И у ребенка, у обучающегося, будет возможность выбрать из 17 компетенций те, которому уже у него сейчас лежит душа. Стартовал федеральный проект «Билет в будущее» в августе и продлится до конца декабря. Катерина Ярушна, Дмитрий Парахин, РТС.